когда нужно что-то очень быстро, очень вкусно и супер полезное, конечно же, это поке. У меня здесь уже есть готовый рис для суши. У меня он уже с уксусом. Добавлю еще немножко соевого. Сверху выкладываем вырезку из лосося. Ну и, конечно же, какой поке без эдамаме. Добавлю еще один огурчик. Мне кажется, он идеально сочетается с лососем. И один редис. Нори. Финальная точка в нашей композиции – кунжутный соус. Можно, конечно, и без него, но вы не представляете, насколько это улучшает блюдо. Пробуем кусочек Японии. Рис идеальный. Обязательно покажу вам рецепт. И это должен попробовать каждый.